المستمعين الأعزاء، نستمر حلقة من جلسة من حلقة الجلسات ولقاءاتنا السخروردية، ونقرأ اليوم نص سخروردي هياكل النور. واليوم أنا سأقرأ الناس العربي، والدكتور المحترم فارس ابن عثمان سوف يترجم هذا الناس إلى من العربية إلى الروسية. لحظة. Так, где-то тут мы, да? وكيف يتصور الإنسان هذه الماهية القدسية جسما؟ وهي إذا طربت طربا روحانيا تكاد تترك عالم الأجسام وتطلب عالم ما لا يتناهى، وهذه النفس الناطقة الإنسانية لها قوى من مدركات ظاهرة، وهي الحواس الخمس، أعني اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، ولها قوى من مدركات باطنة كالحس المشترك الذي هو بالنسبة إلى الحواس الخمس كحوض ينصب فيه أنهار خمسة، وهو الذي يشاهد صور المنام معاينة لا على سبيل التخيل. ومن الحواس الباطنة الخيال، وهو خزانة للحس المشترك، يبقى فيها الصور المحسوسة بعد زوالها عن الحواس، ومنها القوة المفكرة التي بها التركيب والتفصيل والاستنباط، ومنها الوهم، وهو الذي ينازع العقل في قضايا، حتى إن المنفرد بميت عنده بالليل يؤمنه عقله ويخوفه وهمه، وهو يخالف العقل في أمور غير محسوسة، حتى إذا الذين يتبعون قضايا ينكرون ما وراء المحسوسات ولم يتفكروا أن عقولهم بل أوهامهم وتخيلاتهم لا تحس بل لا يحس من الجسم إلا السطح الظاهر دون سمكه، ومن الخواص الباطنة الحافظة، وهي التي يكون بهذا وبذكر سائر الوقائع والأحوال الجزئية، ولكن من الحواس الباطنة موضع يختص به، ويختل ذلك الحس باختلاله مع سلامة ما سواه من الحواس، وبذلك عرف تغير القوة واختصاصها بمواضعها. تفضل يا فارس. Ассаляму алейкум. Собственно говоря, как и в прошлые разы, точнее в прошлый раз, я буду отвечать больше за перевод и комментарии для новоприбывших, для новоприсоединившихся, поскольку арабский арабским, а текст сам по себе очень интересный, в том смысле, что, наверное, философия в принципе так и делается. То есть из разных лоскутков Сухроварди пытается соткать что-то свое и при этом представить это что-то свое интеллектуалу, своему современнику. И поэтому в итоге получается такой прекрасный микс, собственно, философии озарения, которая проявится чуть позже, и перипатетического вот этого всего. И Сухроварди действительно в этот раз продолжает излагать перипатетическую антропологию. И делает он это достаточно изящно, достаточно тактично пока что, хоть и вызывает бурю в последующей комментаторской традиции. К этому мы еще вернемся. И вот Сухроварди пишет о том, что, тут начинается наш отрывок, как же человек может вообразить эту священную чтойность, то есть свою душу, телом,
если она, воспевая духовные песни, почти что оставляет мир тел и устремляется к миру бесконечного. Здесь большой привет теологии Аристотеля, псевдоаристотеля, а через теологию псевдоаристотеля Плотину, потому может быть, товарищ Сухроварди это почерпнул у Аль-Фараби, который в книге о примирении взглядов двух мудрецов цитирует именно этот отрывок «Эниад» о человеке, остающемся наедине со своей душой и почти что расстающегося с миром материального. Но в любом случае это вот такая пасхалочка из неоплатонизма, что оригинального, что импортозамещенного арабского. Эта словесная человеческая душа обладает силами явленных постижений. Дело в том, что если бы действительно речь шла о... Поясню для зрителей, которые не владеют арабским. Вот на экране вы можете увидеть, если можно вот на 14-ю страничку вернуться, вот в конце второй строчки есть слово, вот, которое в консонантном своем варианте читается как «мудркат». Вот оно, второе, последнее вот на второй строке. И вот, конечно же, ее можно прочесть как «мудракат», например. Но проблема в том, что, да, кстати, как текст я не это огласован. сделала. Мудракат Захера, да, явные знания или познания, контент, Вот, короче. да, контент. Но в том-то и дело, он здесь рассуждает о кива. Кива, то есть силы из числа чего-то. И поскольку сила – это, ну, собственно, активная позиция, то речь, скорее всего, идет, конечно, мудрикят, то, что осознает, то, что собирает. И поэтому, скорее Как всего, активное причастие четвертой породы. Множественное число. Вот. То есть эта словесная человеческая душа обладает силами явленных постижений, пятью чувствами, имею же в виду осязание, вкус, обоняние, слух и взор. У нее есть силы внутренних постижений, подобно общему чувству. Естественно, речь тут идет о sensus communis, о котором мы еще пару слов скажем чуть позже, в связи с комментариями к этому месту, который в отношении пяти чувств подобен бассейну, в который выливаются пять рек. Именно оно, то есть общее чувство, созерцает образы сновидений, муаянатан, то есть непосредственно, ля аля сабили тахайюль, то есть не посредством воображения. Как бы воочию. Да, непосредственно. Также среди этих самых внутренних чувств есть воображение, хаяль. И он, прошу прощения, хаяль в арабском языке мужского рода, и оно, воображение, то есть служит хизана, то есть таким хранилищем sensus communis, общего чувства, в котором пребывают чувственные формы или образы, исчезнувшие из вот чувственного поля. Среди этих внутренних чувств, уаминга просто пишет, из них, Сухроварди, мыслящие силы, которые, тут таркиб, тафсиль, истинбат, которые собирают, детализируют и выводят интеллигибили. Уаминга львахам. Тут вагам, конечно же, нужно отделять от хаяль. Да, от, вот хороший вопрос, скажем да, в чем отличие аль-вахм, аль-хаяль, да, оба как бы слова, словаря, оба слова переводят как воображение.
сам Сугроварди так их различает. То есть хаяль — это больше память, то есть хизан — это аль-хисс аль-муштарак, некое нагромождение образов, которые пропали из чувственного поля субъекта. А аль-вахм, как пишет Сугроварди, это то самое воображение, которое вполне себе активно конституирует альтернативные рациональному миру. И вот поэтому он пишет: «Аль-вахм хуа ляди юнази аль-акль фи кадая». То есть воображение соперничает с разумом в делах разума так, что уединившийся вот этой вот, скажем так, своей мейт, такой свой малый смерть, то есть во сне, быть может, или там в таком сумеречном состоянии, ночью юаминуху аклю ва юхавифуху вахму, то есть разум уединившемуся подсказывает мысль о безопасности, в то время как воображение, напротив, пугает человека, конституирует некий альтернативный миру здравого смысла. Да, вот я по поводу хаяль и вахм, да, вспомнилась песня, помните, была песня в 2000-х годах, значит, она очень знаменитая такая, египетский певец поет, значит, и там была строчка «Сакин хаяли». То есть мы не можем сказать «Сакин вахми», например, да, это было бы немножко смешно. Вот, но я вот, поскольку читаю книжку, которую вы мне презентовали, Вдовиной Галины Владимировны, и как раз она там пишет вот это «Апенс рационис», да, и соответственно, что там было, in anima, ens in anima. То есть, в принципе, мы можем сказать, что вахм – это как раз вот это то, что касается сферы и иллюзий, с одной стороны, но и логики, да, какой-то, логически. То есть, можно было бы даже вот это наряду там с аклем как-то, да, что это одна из областей вот этого, этой сущности разума. Можно, наверное, да, так? Можно, то есть, если... Кстати, пользуясь случаем, рекламируем эту книжку, пожалуйста, все. Конечно, читайте безусловно. Книжку. Сейчас, подождите, я уберу размытость фона. Значит, вот она, посмотрите, какая хорошая. И название такое «Химеры в лесах схоластики. Энс рационис и объективное бытие». Ну, можно прочитать как «Энс рационис», да, в классическом чтении. Вот автор такой симпатичный. Человек Галина Владимировна Вдовина. Поэтому вот, читайте, очень полезная книжка. Спасибо, Фарис Османович. Вот. Спасибо Галине Владимировне да, за и Галине такие книги. Владимировне. Да, да, да. Все-таки ее читают не единицы, ее читают многие. Поэтому это вот наш омаж автору замечательной книги, в которой, кстати, есть очень много о латинских переводах Авиценны и много переводов с латыни, именно латинского Авиценны. И поэтому самое главное, вот эти переводы да. сопровождены сносками на латыни, то есть цитаты Да. даны оригинальные в сносках, иногда даже в самом тексте, так что те, кто владеют латынью, они будут приятно, ну как бы приятно впечатлены возможностью почитать на оригинале какого-нибудь Паму или кого-нибудь там. Да, Гербина, ну, собственно, там целая ну ладно, да, авторов. вернемся к Сугроварди. Да. Сам Сугроварди вполне себе отграничивает, скажем, фантазию от всех других сфер. И тут Сугроварди следует скорее Авиценне, чем кому-либо еще. Собственно, воображение
сохраняет образы, в то время как вот эта вот фантазия, вахм, что-то с ними делает. Она противопоставлена рациональному постижению, в то время как само рациональное рассуждение вполне может использовать материал хаяль. Итак, вахм, то есть фантазия, юхалиф аль-акль фи умурин гайр махсуса, то есть расходится с разумом в вещах нечувственных, неосязаемых. Хатта инна ларина итабиу, да, те, кто следует своей фантазии, отрицают нечувственное существование нечувственного и не думают, не задумываются о том, что их разумы и даже их фантазии и воображения не осязаются сами по себе, то есть они сами имматериальны. Более того, само тело осязаемо лишь в своей внешней поверхности, но не в своей толщине. Здесь Аль-Сухраварди ставит точку и продолжает. Среди внутренних чувств есть чувство хранящее, хафиза, которое вызывает память о других событиях партикулярных состояниях, и каждое из этих внутренних чувств, у каждого, прошу прощения, у каждого из этих внутренних чувств есть свое место или своя область, на которой это чувство специализируется, или в котором обитает. И это нормально, потому что комментаторы, как мы увидим чуть ниже, например, локализуют sensus communis, то есть общее чувство, первым желудочком головного мозга. Вот эта вот физиологизация тоже уместна, ее можно вчитать в это место. ويختل ذلك الحس باختلاله مع سلامة ما سواه من الحواس. То есть всякое отдельное чувство нестабильно. Оно может приходить, может давать какое-то неверное представление о своем предмете, при том, что все другие чувства могут быть вполне себе здравыми. И этим, именно тем фактом, что одно чувство может говорить нечто, не соответствующее действительности, передавать нам нечто, не соответствующее действительности при здравии всех других чувств, этим, говорит Ас-Сухраварди, мы удостоверяемся в различии разных сил, то есть они инаковы друг другу, и их специализацию, их привязанность к своим предметам. Это что касается точки, которую ставит Ас-Сухраварди в этом отрывочке. Что касается того, что можно было бы упомянуть в связи с этим текстом, то, что Ад-Давани и Ад-Даштаки, оба комментатора, которым мы доверяем, и ко мнению которых мы прислушиваемся, и прислушиваемся при составлении комментария к этому переводу, пытаются как-то дедуцировать понятие sensus communis у Ас-Сухраварди и не знают просто с чего начать. Ад-Давани говорит о том, что в других своих трудах Ас-Сухраварди все вот эти сновидения, весь этот мир сновидений связывают как раз с хаялем,
с воображением. В то время как Дештеки, строящий даже типологию этих потентия, этих сил, он выделяет естественные, животные и, собственно, душевные силы, говорит о том, что отдавание неправильно интерпретирует Сугравардхи, а Сугравардхи во всех своих трудах отличает sensus communis от хаяль, от воображения. Впрочем, наверное, почти у каждого, ну ладно, это преувеличение, у многих средневековых философов sensus communis свой, и поэтому, скажем, Ибн Мискавей, другой араб-мусульманский перипатетик, в трактате «Аль-Гавамель» и «Ш-Шавамель» пишет о том, что sensus communis – это, в принципе, та сила, которая удерживает некий предмет тогда, когда он нам недоступен. И вот он пишет на странице 127 трактата «Аль-Гавамель» и «Ш-Шавамель»: إذا أبصرنا شيئا أو سميناه أو سمعناه ثم زال عن بصرنا زالت عنا الصورة ولكنه أيضا مع إبصارنا له ثانيا وثالثا لا نعلم أنه الأول وكذلك المسموعات. То есть sensus communis, по мнению Ибн Мискавейха, удерживает некую впервые увиденную форму, он хранит ее, а не просто комбинирует во снах, как говорит Сугравардхи, например. И поэтому, быть может, отдавание и отдаштаки, обжегшись на молоке, собственно, рафинированных перипатетических споров, дуют на воду и пытаются у Сугравардхи найти те же проблемы, что стояли перед арабскими неоплатониками, а их там может и не быть. В любом случае, в следующий раз, я надеюсь, мы перейдем к более понятным и страстным штукам, о которых, в общем, Сугравардхи пишет ниже и возвращается уже к животному духу, к рухаль-хайаване. Но это уже в следующий да, раз. Да, хайванат, да. شكرا جزيلا على هذه الترجمة المفصلة بالتفاصيل وإلى اللقاء إلى اللقاء الجديد من لقاءاتنا في يوم ما في يوم الاثنين أعتقد لا أو أعلم لا أعلم أوكي في يوم من الأيام في نعم ونشكر كل مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء ويبارك الله في كل منا ну, спасибо, Фарис Османович. Продолжим Вам тогда, спасибо. я думаю, через неделю. До свидания. До свидания.